А что там, глубоко, что ли, да? Ой! Я тебе сегодня оставлю свои носки, хорошо? Все. Все. Ошибка SD-карты. Ты карточку не вставил? Я вставил, ошибка SD-карты пишу. Ну что, главное, что пройдет. Главное, что стартер не заводится. Нажми выжим сцепление. Надо перед поднять и газовать. Как хорошо. Блин, я, кажется, понял, как надо проезжать. Теперь я знал. Я нейтраль включу. Тут какие-то кирпичи. Я тебе это вспомню. Я тебе это вспомню. Хотел сюда нас завести, я бы тебе вспомнил бы. Давай, газуй, я буду колесо переднее. Ты говоришь, водянку надо покупать? Да. Она и есть водянка сейчас. Так, аккуратно. А вода холодная, блин. Это дождя не будет, да, дождя не будет. Будет что-то другое. Подожди. Хотел сегодня с нами поехать Вадим. Так, Вадим, тебе повезло сегодня. Хорошо, что ты не поехал. Ой, слушай, я хочу тебе сказать, дальше хуже? Нет, это препятствие перед горкой. А, дальше там горочки. Горка. Да. Там горки. Да. Ты бы сразу так и сказал. Ну. Ты бы сказал, что здесь бобры и плотину сделали. Я не уверен, что это бобры, хотя похоже на бобры. Там капец. Ну, а здесь нормально. Ты знаешь, что холодная вода? Я знаю. Промокай. Я под дождь одевал.
Россия! Россия! Давай второй раз, чтоб полностью заехал, спускайся. Куда? Обратно, еще раз, чтоб полностью заехал. Тудой, над задом еще скажешь. Не, так ты можешь тудой, можешь назад откатиться и по горке съехать. Газу больше на старте. Поедешь со мной. Газу больше! Да! Сразу откручивайся на максималку! Ура! Мужик! А? Мужик! Ну, надо сейчас еще одну покажу. Еще круче? Ну, не знаю, как для тебя крутых уже не осталось. Нет, крутых не осталось. Я второй раз только еду. Что потом по деревьям скакать? Скакать нужно? Да не снимай рюкзак! Зачем ты его снимаешь? Тихо. Привет. Привет. Попробуй заведись и вверх поехать. Жопа загружай только. Жопа загружай. У меня пальцы такие дымные. Хотя девушки не это, не жалко. Так. Заведемся, не травку. Ты сцепление держи и нажимай пальцем. О! Где ты этому научился? От тебя на палец и пошел. Сколько здесь уклон? Градусов? 60 есть? Нету. Нету? Тут 45 даже нет. И тело помогает, и нервы так. Ох, и пошел. Вот так вот. Да. Я умею. Так. Я знаю. Поднимай быстрее бензин! Молодец, мужик! Нелегкий он. На косую сложновато, понимаешь? Надо больше газу, ты мало газу даешь. Сразу газ открыл, пошел. Чтоб ты разогнался и тут залетел. Попробуй, это не легкая горка, но для тебя должна быть заезжаемая. У тебя ноги длинные, пальцы длинные. Она, конечно, на косую идет, на косую. Я понимаю. Ну,
Точил, молодец. Смотри, заглуши мотик. У тебя ошибка, что ты двумя ногами постоянно опираешься. У тебя одна нога должна быть на тормозе заднем. Передним ты чуть-чуть только вспомогательно должен. А то у тебя получается постоянно клин переднее колесо. То есть одна нога опорная, где уклон больше. Угу. И спускаешься. На, сторону. На эту сторону. Либо на эту, тогда ты уже... Ну, старайся на ту сторону спускаться, потому что подожди. Здесь... С этим уклоном, если нога... Вот я поднимаюсь так, и больше уклон на левую сторону, я левой все равно до низа не буду. Нет, когда ты спускаешься, у тебя ошибка. Ты двумя ногами перебираешь, и ты пытаешься достать даже там, где ниже, ногой. У тебя одна нога постоянно на тормозе, на заднем. Ты должен нажимать его, но не блокировать полностью. И чуть-чуть передним, чтобы одновременно два колеса. А, то есть тормозили. А ты ошибка, типа ты передним, и оно постоянно блокируется, и тебе на юз идет. Привет. Газу больше! Ты слишком мало газу даешь, поднимай. О, подножка даже открылась. Сама? Сама. Круто. Ты почти. Газу больше ты заедешь. Даже на минчике. А ему не хватает. Знаешь, когда ты... Ты мало даешь. Ты должен открыто, чтобы он звенел. И тогда ты поедешь. Наперед чуть-чуть налегай, чтобы он на козу не становился. Спуститься надо. Спуститься аккуратно сзади бревно. Переступи. Да я уже чувствую. Поверни влево руль, и ты вот так. И спускай его. Подножка упрется. Да он сейчас пойдет. Подожди, подожди, подожди. О, еще. Стой, стой, все, стой. Все. Давай, пошел. Поворачивай влево, да. Передний тормоз чуть подпускай. Елка, блядь. Прости, ель, это... Всё чётко. Молодец! Надо было на заднем. На заднем? Помогай, толкай, толкай, ногами толкай. Газуй. Надо его поднять, переставить. Жопу. Я тут яму. О! О! Давай. Все течет. Камера снимает моя. Снимает. Сядь, отдохни. Ой. Простите нас, бобры. Можешь поплавать? Я не хочу плавать, я хочу помыться.
Так это бобры или люди? Бобры. Нифига, да? Что, колесо ослаблять надо? Ключи пригодились. Давай вперед, давай, Вадим. Наверное. Этот, наверное, хуже не видел. Чем сейчас? Ну, болото это, да, такое. Хотя вроде переезжал кто-то, уже не помню. Может быть, и видели. Все, одевай рюкзачок, сейчас будешь отдыхать, ехать спокойно. Да, конечно. Воды. Сливаем, сливаем. КТМчика. А, есть. А вон наши плыти, друзья. Фанаты. Минечка закончился бензин, пришлось сливать с КТМа. А щелкнули клапан, потом полчаса не могли его защелкнуть. Вспомни. Потом я вспомни защелкнул. И сейчас у меня бензина, не знаю, доеду я, не доеду. Если что, Сергей поедет, будет там заправлять. Сейчас а вот... ты думаешь, я больше? Ну, у тебя-то расход 3. Будешь ехать на высшей передаче по чуть-чуть. Надо руки где-то помыть. Зачем все руки? Ты заливай. Открывай бак и заливай. Да, сейчас. Ла-ля-ля-лям. Ла-ля-ля-лям. Аккуратно, так на вес золота. Бля. Там фильтр стоит, наверное. Наверное. Только мужчины так делают. На фоне заката снова, снова. Тебя камера, камера не показывает батарейку. Батарейка показывает? Да. Подожди, я надо сделать так. Поехали, блядь. Поехали, блядь. А еще на карьере, блядь. Ну-то потом... потом уже полную пляшку можно на карьере лететь. Ну, пляшку. За бутылкой я хотел ехать. Я когда, если пересяду, если буду заезжать сюда, ты, блядь, останавливай меня, хорошо? Mm-hmm.
Круто! Я сам обалдел. Я тоже. Заколебал ты падать.